В этом году в Ленинском районе 8 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ. Лично поздравил их с этим достижением и пожелал дальнейших успехов глава Ленинского района Валерий Венцель. Встреча прошла в ресторане недавно отреставрированной усадьбы Тимохова-Саласкина. Валерий Венцель впервые решил провести такую встречу. Руководству муниципалитета очень важно понимать, чем живет современная молодежь и какие планы ставит перед собой в жизни. Мы для себя принимаем решение, что мы должны, ну, как минимум отмечать тех, кто справился с этой непростой задачей, и ставить перед собой следующую цель, чтобы еще и, возможно, каким-то образом мотивировать, чтобы, ребят, вы здесь тоже оставались и, может быть, связали свою судьбу дальнейшую с нашим замечательным муниципалитетом. Анна Михайлова дважды стобальник. Она получила высшую оценку и по русскому языку, и по литературе. В аттестате выпускницы всего 2 четверки по геометрии и химии. Аня также окончила Видновскую детскую школу искусств по классу фортепиано. Но дальнейшую жизнь планирует связать не с музыкой, а с журналистикой. Мне очень нравится музыка, но я больше зритель-слушатель, чем исполнитель. Мне нравится просто слушать. Вообще на факультете журналистики есть кафедра музыкальной журналистики. Было бы интересно поучиться там. Музыкальная критика, если не ошибаюсь, называется. Больше всего в этом году 100 бальников выпустилось из Видновской гимназии. 5 человек. Единственный юноша из присутствовавших, тоже выпускник гимназии Роман Липов, впервые в Ленинском районе получил 100 баллов по любимому своему предмету – информатике. Интересовали не просто компьютеры, а именно различные технологии, точные науки. Пользуясь всеми достижениями в этой области, я как-то... Меня приводило в восторг то, чего можно достичь. Многие ребята пришли на встречу со своими наставниками. Учитель-словесник из ВХТЛ Марина Цыпкова считает, что ребят, получивших на экзаменах высший балл, отличает прежде всего самодисциплина. Колоссальная самодисциплина и работоспособность. Учитель что? Учитель управляет. Он, в общем, всех в классе одинаково учится. А 100 баллов получается, высокие результаты не у всех. Встреча ребятам очень понравилась. Многие побывали в усадьбе первый раз. Это было неожиданное приглашение. Мне очень понравилась обстановка, мне понравилось место, в котором это все проводилось. В усадьбе очень красиво. Сначала немного напряженно, но потом немножечко за разговором нервозность ушла. И мы уже проводили диалог более мягко на интересные нам темы. Всего, начиная с 2012 года, в Ленинском районе 37 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. Из них 24 человека по русскому языку, 10 по литературе и по одному по химии, географии и информатике. Кроме того, в этом году в муниципалитете 22 выпускника совсем немного не дотянули до высшей оценки, получив 97-98 баллов. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.